Ну, в общем, вот так вот перепаханное поле. Трижды перепахали его культиватором, агрегатом, как я называю. Мы уже посадили картошку. Грядочка под клубнику тоже отделили мы немножечко. Потом туда поднакидаем побольше земельки. И можно будет клубничку размножать, красную шапочку. Вот так вот это выглядит. В общем, здорово. Я очень довольна. Я очень рада. И действительно, после плуга земля очень легкая и рыхлая.